Желтая гора в Саратове. В городе продолжается отбор участников для ежегодного рок-фестиваля. Заявки уже подали более 90 музыкальных групп из Москвы, Саратова и Санкт-Петербурга. В числе претендентов на участие могут оказаться и рок-музыканты из Казахстана, Украины и Белоруссии. В состав жюри, которые и будут выбирать лучшие рок-группы, вошли журналисты, предприниматели и музыканты. Конкурсанты предоставили по 3 аудиозаписи песен собственного сочинения. Именно по ним и будет составлен конечный список всех участников «Желтой горы». Финальная часть фестиваля состоится 14 февраля гала-концертом. Хедлайнером мероприятия станет группа «Мураками». По словам организаторов «Желтой горы», в этом году все заявившиеся группы исполняют свои композиции качественно. Изменение радикальное произошло в том, какое количество качественных групп пытается попасть к нам на гала-концерт. То есть это изменение трудно выразить какими-то цифрами, но это легко понять по тому, какие треки они прислали.